Спасибо большое. Так, давайте приступим. Ну, вот тема, уважаемые коллеги, да, здравствуйте прежде всего, рад вас приветствовать. Тему вы видите на экране. И начнем с того, что я расскажу, несколько слов скажу о нашей компании, чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело. Значит, наше агентство занимается только электронными изданиями. Мы не работаем с бумажными книгами. Работаем со множеством издательств и выступаем в роли агрегатора. То есть у нас контент самых разных издательств имеется в распоряжении, который мы можем поставлять электронным библиотечным системам, а также другим продающим площадкам, в том числе розничным, например. Мы готовим издания, полученные от издательств к реализации, осуществляем предпродажную подготовку, так называемую, занимаемся реализацией через посредников, через продающие организации, там, ЭБС и площадки другие. И у нас есть свой интернет-магазин, чуть позже скажу. Вот. Еще мы занимаемся защитой от пиратства. Эта тема, правда, вот у нас сегодня не фигурирует, но, в принципе, вот, чтобы, так сказать, представлять, мы в партнерстве с юридической компанией занимаемся еще защитой от пиратства. Для ЭБС это не актуально, потому что ЭБС, в принципе, так сказать, не имеет дела с такой проблемой. Вот. У нас десятки партнерских издательств, и есть свой, вот, как я сказал, интернет-магазин «Электрон Универс». При желании потом посмотрите, но это только для розничных продаж. Кроме того, что мы поставляем в интернет-магазины, начиная с Литреса там и кончая магазинами при ЭБС, поставляем электронные библиотечные системы, и еще мы поставляем на крупные западные площадки Amazon, там Apple и так далее. Вот про защиту я сказал, давайте дальше. Ну, вот это кратко про нас. Теперь по поводу, значит, основного нашего предмета, сводных тематических коллекций. Вот на экране вы видите определение, что такое сводная тематическая коллекция. Поскольку мы имеем дело с множеством издательств и дополнительные некоторые возможности имеем, то есть в отличие от ЭБС, которые обращены больше к библиотекам, к вам, то есть, то мы обращены не столько к библиотекам, сколько как раз к поставщикам, то есть к издательствам. И сводная тематическая коллекция, вот о которых мы будем говорить, это подборка электронных книг разных издательств по одной тематике, которые собраны вот в одну такую, значит, вот единую коллекцию. Когда мы формируем вот эти сводные тематические коллекции, мы отслеживаем ряд важных для нас вещей. Значит, прежде всего, состав коллекции. Состав должен быть актуальным и не содержать ничего лишнего. То есть, смотрите, когда мы выбираем тему, мы можем... Мы не зависим от того, как издательство поставит. Мы можем сами отбирать этот контент и смотреть. Значит, если это контент устаревший, мы его от него отказываемся. Если контент актуальный, мы его берем. В некоторых случаях мы его сами актуализируем. Если книга, допустим, старая, но сохраняющая актуальность, то мы можем сделать ее переиздание. Попозже чуть скажу, как мы это делаем. Вот. И что очень важно, поскольку мы выбираем тематику и имеем дело с разными издательствами, мы можем выбрать именно в точности по той тематике, которую мы обозначили. Дальше, значит, для нас важно очень соблюдение требований СИБИТ. Я думаю, вот аудитории, которая у нас есть, что такое СИБИТ, не надо объяснять. Ну, если я на всякий случай все-таки скажу, что это такое. Это, значит, система ГОСТов, которая по информации, библиотечному делу и издательскому делу. Вот. Есть там ключевые для нас ГОСТы по электронным изданиям, есть там библиографические ГОСТы, но вот наша позиция стоит в том, что мы максимально стараемся их соблюдать. Мы отслеживаем техническое качество.
Для этого мы перерабатываем тот оригинал-макет, который получаем от издательства, ну, в идеале, так сказать. Еще раз поподробнее скажу чуть позже. Но вот техническое качество – это то, что для нас тоже критично. И еще такой аспект. Вообще, по мировым меркам, продукции издательства являются как контент, то есть сами книги, так и метаданные к ним. Метаданные, опять же, скорее всего, наша аудитория сегодняшняя знает, что это такое, но на всякий случай опять пару слов. Метаданные – это те характеристики издания, которые содержат библиографическую информацию, информацию о ценах, может быть, еще какую-то информацию там об авторах и так далее. Вот. Это все, что описывает издание, называется метаданными. Вот. И издательство, как правило, ну, такая отечественная у нас практика, не очень заботится о подготовке метаданных. Хотя, в принципе, продукция издательства – это как контент, так и метаданные. Поэтому наша задача, вот как, так сказать, посредников между вами и издательством, это доработать эти метаданные. Мы их снимаем непосредственно с книги в этом случае, если каких-то не хватает. У нас очень богатый набор метаданных, туда включаются как традиционные библиографические описатели, там автор, название, там количество страниц и так далее, так и некоторые нетрадиционные, например, там вот, например, диагональ. Диагональ, которая, при которой полоса набора нормально умещается на экране. Так, значит, ну давайте вот на примере посмотрим, что такое сводная коллекция. Вот одна из наших коллекций – это психология и педагогика дошкольного образования. У нас вообще множество коллекций, десятки, но вот я выбрал одну в качестве примера. В коллекции участвует, так посчитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь издательств. Семь издательств. У каждого из них есть некоторая своя специфика, своя направленность вот, применительно к этой тематике. Ну вот там первое издательство, вот я их расположил по алфавиту, ВАКО. Это там есть издание по физкультурным занятиям, по художественно-эстетическому развитию и по комплексному развитию. Один аспект. ВКН. ВКН – это издательство, которое вообще-то языковое. Оно выпускает книги по иностранным языкам. Вот. И есть у них, ну, среди их вот разных книг затесалась такая, которая дошкольников обучает китайскому языку. Вот. Сейчас китайский язык у нас входит по ВГОСу, так сказать, в число языков, которые изучаются и дошкольно, и школьно. Вот, и все больше актуальность приобретает. Но вот есть там вот такое, это самое, издание для обучения китайскому языку. Генезис – это психологическое издательство, и, соответственно, по его профилю психологические игры и упражнения. ДМК Пресс – ну, это многопрофильное издательство на сегодняшний день. Там среди их изданий есть букварь, там рабочая тетрадь. Вот, издательство Сикачев – в принципе, это издательство, которое занимается больше особыми детьми, вот там, логопедическими проблемами, проблемами развития. Вот, и, соответственно, есть и некоторые издания, которые не только для особых детей, а для всех детей. Это вот методики развития, графические диктанты, подготовка к обучению грамоте. Это там опытные там, специалисты, нейропсихологи там, или психологи, они этим вот, значит, это самое, написали такие, да, такие книги. Интеллект-центр – это школьное, чисто школьное издательство. Есть у них вот тетради для психологической подготовки ребенка в школе. И, наконец, Серевинф – это издательство, которое связано с Центром лечебной педагогики. У них очень активно игровое направление развивается, и это как бы тема развития в игре. Вот, то, что очень актуально для дошкольников. Вот. И смотрите, получается совокупно, каждое в отдельности издательство внутри этого направления что-то одно дает. Вместе, когда мы формируем сводную коллекцию, получается, что мы довольно широко закрываем. Вот. Конечно, не 100% закрываем потребности там, вот, специалистов по дошкольному образованию или того, что нужно студентам, скажем, по дошкольному, который учится это самое, по соответствующим специальностям в педвузах. Вот, но во всяком случае, довольно широко. То, что, с чем не может справиться одно издательство. Вот. Тут фактически, вот если так посмотреть,
Ненужного нету. Разве что может быть вот в конкретном месте, там, допустим, нет китайского языка. Но по китайскому языку там одна или две книги может быть. То есть вот вся коллекция, там около 50 изданий, и из них одна-две, может быть, не будут востребованы, если вы приобретаете всю коллекцию. Но тем не менее, степень удовлетворения как бы потребностей намного выше, чем если вы имеете дело с другими видами коллекции, о которых мы чуть позже поговорим. Вот. Теперь давайте введем важное развлечение, которое, к сожалению, ну вот даже среди издателей, даже среди специалистов библиотечных не всегда вот не всегда это развлечение проводится. Есть у нас в СИБИТ входит такой ГОСТ: электронные издания, основные виды и выходные сведения. В нем есть такой пункт 4.1.2, который провозглашает следующее. Электронный документ, воспроизводящий печатное издание или аудиовизуальную продукцию, пропустим в скобках, без указания выходных сведений электронного издания, является электронной копией оригинального издания продукции, а не электронным изданием. То есть ГОСТ у нас различает следующее. Электронное издание, электронная копия печатных изданий. Вот в большинстве случаев издательства передают ЭБС, к сожалению, только электронные копии печатных изданий. Это, ну, как бы самое простое, что можно сделать. Это PDF-файл, фактически, который они дают в типографии, объявляется он электронным изданием, не являясь таковым согласно ГОСТу, и используется, значит, в электронном виде. Вот. Но, во-первых, это с библиографической точки зрения не электронное издание, потому что электронное издание – это самостоятельный вид издания, который особым образом используется, который должен иметь особые выходные данные и вообще является совершенно особым объектом, с которым, ну, по-другому работают. Мы это четко различаем и стараемся побуждать издательство, значит, заказывать нам подготовку полноценных электронных изданий. Что мы для этого делаем? Мы осуществляем вот так называемую предпродажную подготовку, в которой выполняются операции, направленные как раз на создание полноценного электронного издания в соответствии с этим определением, его техническое совершенствование и формирование метаданных. Значит, смотрите конкретнее, что мы делаем. Вот имеются выходные сведения. Вот у электронной копии печатного издания. Мы эти выходные сведения, это, ну, в большинстве случаев три страницы начальные, это титул, оборот титула и конечная страница. Вот. С выходными данными издания, мы их заменяем. Вот. В случае переводного издательства, еще некоторых видов издательства, это еще авант-титул, контртитул. То есть вот все титульные страницы мы заменяем, сохраняя стилистику, но на титульной странице пишем, что это электронное издание, там такое-то там третье дополненное, допустим, или просто электронное издание. На обороте титула мы макет библиографической карточки оформляем совершенно иначе, вот, не так, как для печатного издания, там, по соответствующему вот ГОСТу 7083. Вот, и указываем там, например, минимальные технические требования, которые нужны для того, чтобы это работать с этим изданием. В частности, тут диагональ, например. Вот. Мы обязательно заменяем ISBN, потому что ISBN идентифицирует издание, а это уже другое издание. Вот, если при необходимости, если год изменился, если они выходят электронное издание не в тот же год, что печатное, то мы год меняем. То есть, если печатное издание вышло там в 22-м году, а электронное выходит в 23-м, то оно будет иметь свой год издания. Вот, и свой номер издания, потому что уже год сменился. То есть, если это было второе издание в 2022 году, то это будет третье издание в 23-м году. Третье издание электронное. Так будет написано на титульном листе. Вот. Еще некоторые операции, которые направлены на техническое совершенствование издания. Например, обрезка полей. Широкие поля для печатного издания – это хорошо. Оно как бы повышает уровень издания, оно создает некоторый простор такой вот для… И вообще считается, так сказать, что качественное издание… Чем больше поля у печатного издания, тем оно, в общем, так сказать, более высокий статус имеет. Так обычно.
Вот. Для электронного издания это не нужно, потому что ну, уменьшается, мы вписываемся в экран, и если большие поля, то мы просто уменьшаем размер шрифта. Поэтому поля должны быть минимизированы. Не то чтобы они должны в ноль уйти, но они должны быть разумно минимизированы. Мы, так сказать, занимаемся этой обрезкой. Потом центровка полос. Зачастую поля зеркальные. Вот, и там правое поле, ну, если смотреть там вот на правую страницу на развороте, то оно там правое поле больше, левое меньше. Мы их центрируем, потому что иначе при пролистывании они начинают скакать направо-налево. Дальше, например, штрих-код остается на обложке, да, от печатного издания. Его приходится удалять, потому что ISBN изменился. Ну и техническая всевозможная оптимизация. Например, приведение растровых иллюстраций к разумным, ну, к разумным, так сказать, значениям. Потому что если они завышены, а издательство, ну, в общем-то, не очень-то об этом заботится, чтобы они были разумные, ему надо, так сказать, ну, качество добиться, он может сделать там и 300 dpi, может сделать и 600 dpi, а может еще больше сделать. Вот, для типографии это нормально, а файл получается исключительно тяжелым. Если издание, например, иллюстрированное, то ну, это какие-то могут быть гигабайты вообще. И с таким файлом, как электронным изданием, крайне неудобно иметь дело. Оно медленно листается, медленно это скачивается, но оно неповоротливое крайне. Ну и при хранении много места занимает. Вот. Дальше, что мы еще делаем? Присоединяем лицевую заднюю сторонки к блоку. Значит, зачастую издательства дают только лицевую сторонку. Это не совсем правильно, потому что задняя сторонка, ну, то есть обложка представляет собой, вы знаете, это лицевую сторонку и заднюю сторонку. Ну, еще, так сказать, корешок. Вот, корешок нам не нужен. А вот на задней сторонке зачастую бывает содержательная информация. Например, многие издательства помещают информацию об авторе или авторах на заднюю сторонку. Поэтому, если она запечатана чем-то содержательным, мы ее всегда сохраняем. Вот, это повышает качество издания, это никакая информация не теряется, хотя вот это самое, далеко не все так делают. Ну, потом в свойствах файла есть PDF-файлы, это все мы говорим пока про PDF-файлы, вот, там есть, могут заполняться, могут не заполняться метаданные. На самом деле это тоже ценная вещь. В некоторых контекстах технических это очень полезно, когда они заполнены и заполнены правильно. То есть, когда там в свойствах файла указаны авторы и название, и другая информация. Мы это все тоже стараемся заполнить. Вот. Еще одна техническая проблема, которая возникает, это, например, исправление кодировки. Вот. Правильная кодировка для чего нужна? Для поиска и для цитирования. Если у вас кодировка какая-то сбитая, ну, это часто бывает у старых, например, книг, которые там в нулевые годы, например, выпускались, там шрифты были с другими кодировками зачастую, вот, то в результате у вас при попытке, значит, поиска или копипаста у вас оказывается крокозябры. Вот, это нехорошо, конечно, для электронного издания. Электронное издание должно иметь и навигационные возможности качественные, и, конечно, там вот цитаты, которые хорошо можно вставить, когда там какая-то работа ведется. Мы это исправляем. Дальше формирование перекрестных ссылок. Перекрестные ссылки. Вообще, как бы электронное издание, оно в принципе обладает или может обладать дополнительными возможностями навигационными, которые, ну, насколько возможно, надо пользоваться. Вот перекрестные ссылки, в принципе, в идеале должны быть вообще все кликабельные. Все их сделать там, это, ну, бывает сложно и дорого, но некоторые и в каких-то случаях, например, в случае там внутритекстового оглавления, можно сделать, чтобы они были кликабельными. Мы, кроме, кстати, внутритекстового оглавления, еще обычно делаем навигационное меню. Вот тут это не указано. Вот, но это тоже важный аспект. Навигационное меню, оно появляется как бы в отдельном окошке, обычно слева вот в акробате. И позволяет, так сказать, быстро перемещаться по структуре книги.
Вот. Ну, и еще, например, для указателей. Вот издательство там потрудилось, проделало огромную работу, сделало там какой-нибудь именной, там предметный указатель для книги. Но все знают, что ими пользоваться сложно, потому что туда-сюда листать, там вот печатную книгу, это, ну, замучаешься столько раз. Вот. А если у нас есть кликабельность в номере страницы, мы кликнули на номер страницы и попали быстренько куда нужно. Вот. Это, конечно, работа такая, там не все ее заказывают, но если заказывают, то такое издание получается особенно качественным и, так сказать, комфортным для использования. Иногда некоторые издательства нам вообще дают не нормальный PDF такой, который из версальной программы, а скан. Ну, часто это бывает для старых книг, которые сохраняют, опять же, актуальность. Если мы получаем скан страниц, то мы, конечно, занимаемся его оцифровкой. Вот, чтобы можно было, так сказать, вот эти же, те же операции поиска и цитирования выполнять. Иначе это просто фотографии страницы, с которой ничего нельзя сделать. Ну и, наконец, формирование метаданных. Вот, но про это я кратко сказал. Мы после того, как всю эту работу проделываем, мы, конечно же, снимаем эти метаданные, которые получились, потому что это уже, в общем-то, другое издание электронное. У него ISBN свой, у него год свой, у него там еще какие-то характеристики свои. И вот формируем метаданные в полноценном виде. Мы их потом передаем ИБС, вот в данном случае университетской библиотеке онлайн. И, конечно, чем лучше описано издание, тем тоже вы его скорее найдете, скорее но правильно используете и так далее. Дальше движемся. Вот. Значит, как мы еще раз формируем сводную коллекцию? Мы выбираем тематику. Ну, вот пример был с дошкольным образованием, воспитанием. Смотрим, какие издательства по этому профилю работают. С этими издательствами заключаем договоры. После этого отбираем контент, который точно по профилю. По профилю вот этой коллекции, по тематике этой коллекции, точнее. Вот, осуществляем предпродажную подготовку, конечно, если издательство ее заказывает, но мы всячески уговариваем издательство, чтобы оно, так сказать, выходило на рынок уже с качественными, нормальными электронными изданиями, а не с электронными копиями. Вот. Мы сами занимаемся в подавляющем большинстве случаев ценообразованием. Вот, ценообразованием на все виды цен. И розничных, и неограниченного доступа индивидуальные цены, и цены на коллекции. И дальше организуем поставку ЭБС для их реализации. И что еще важно, вот коллекцию мы передаем ЭБС, и после этого она пополняется. Она пополняется какое-то время, и пока она там не очень сильно наполнилась, мы там на нее цену не меняем. Вот. Это создает тоже дополнительное удобство, потому что вы приобретаете с одним составом коллекцию, а оказывается через некоторое время, что без особых, так сказать, затрат дополнительных, она оказывается больше и актуальнее. Вот. Во-первых, до поставки осуществляют те издательства, которые уже входили, а могут появиться и новые издательства, которые, так сказать, мы добавили в эту коллекцию, книги которых мы добавили в эту коллекцию. Вот. Теперь перейдем к оценке сравнительных преимуществ. Сравнительных преимуществ разных видов, разных моделей комплектования. Вот мы выделяем четыре таких модели. Значит, базовая коллекция БС. Ну, все, кто с ЭБС имел дело, знают, что это такое. Значит, базовая коллекция – это обычно очень большая коллекция, насчитывающая зачастую там десятки тысяч наименований, которые продаются, ну, сравнительно дорого, там, по крайней мере, там, за сотни тысяч, а то там и за миллион. Вот. В ней есть более-менее все. Вот. Ну, о преимуществах и недостатках мы чуть позже поговорим, пока мы вот обозначаем, что такое, что и что. Значит, мы сказали про базовую коллекцию. Дальше тематическая издательская коллекция. Вот издательство работает по какому-то профилю, там узкотематическое издательство. Оно выпустило все свои книги, собирает в коллекцию, и это получается там издательская коллекция. Такое бывает, честно говоря, редко.
хоть какая-то многопрофильность есть у большинства издательств. Есть совершенно многопрофильные издательства, которые там работают, ну, по разным направлениям. Вот. Есть узкопрофильные. Если оно многопрофильное, оно имеет несколько издательских коллекций по каждой тематике. Обычно так. Третья модель – это покнижное комплектование. То есть, когда библиотека выбирает, как говорится, пинцетиком каждую книжку в отдельности. Вот, ему, оно видит коллекцию там из 50 книг, но считает, что там или дорого, или не все им нужно, и выбирает там вот 5 изданий из этой коллекции. И, наконец, последнее – это наша сводная тематическая коллекция, о которой мы поговорили. Вот, сводные тематические коллекции – это вот наш уникальный продукт, его на рынке кроме нас никто не делает. Теперь сравнительные достоинства. Давайте посмотрим каждой модели комплектования. Базовая коллекция. Начнем с нее. Мы видим, что в ней представлен, ну, поскольку это там она огромная, то контент как бы на все случаи. Там у вас и медицина будет, там у вас будет педагогика, там будут естественные науки, все что угодно. Вот. Соответственно, поскольку вы ее там приобрели там, за какие-то там сотни тысяч, вы делим на десятки тысяч, и получается, десятки тысяч позиций в ней, и получается действительно довольно низкая стоимость отдельного издания. Там есть все, и каждый в отдельности это недорого. Вот. Но есть недостатки совершенно тоже очевидные. Во-первых, когда вы покупаете десятки тысяч изданий, то ваш вуз или ваш колледж, или ваша вообще библиотека, вот, она имеет какой-то профиль чаще всего. Ну, есть, конечно, там публичные универсальные библиотеки, но ЭБС с ними не очень работает. В основном это все-таки университетские, ну, в первую очередь, университетские библиотеки. И, конечно, у вуза есть свой профиль, и зачем этому вузу, значит, вот такое количество изданий не по своему профилю, не очень понятно. Вот. И более того, имея там десятки тысяч изданий, может оказаться, что как раз самого профильного, самого нужного все равно в этом, казалось бы, море нету. Вот. Ну и резюмируя, мы говорим, что универсальность и низкие затраты на издание могут перекрываться в негативном смысле этого слова недостаточной избирательностью. В этом недостаток этой модели. Смотрим, значит, следующую модель. Это тематическая издательская коллекция. У нее избирательность уже намного выше, потому что она тематическая. Это не просто, так сказать, грубо говоря, свалка всего и вся, а это уже все-таки некоторая тематика. У нее умеренная стоимость отдельного издания. Она выше, чем в базовой коллекции, ниже, чем, конечно, при индивидуальном комплектовании. Ну, обозначим ее как умеренную. Вот. Но есть, опять же, свои недостатки. Остается балласт. Почему он остается? Издательство, ну, представим себе многопрофильное издательство. У него есть там, чего только у него нет. У него есть и лингвистика, у него есть и философия, у него есть там и естественные науки. Как сформировать полноценную коллекцию по каждому направлению? Обычно получается, что для каких-то направлений, ну, так, более-менее хорошо, но коллекция же не может состоять из 5 книг там, или из 10 книг, она должна там, ну, хотя бы там, допустим, из 30 книг состоять, иногда из 20 книг, но не из 3 и не из 2. Вот. А бывает так, что оказывается, значит, вот эти 3-2 книги, 5 книг, они не вписываются, но из них невозможно составить коллекцию. Получается, что эти книги надо присоединить к какой-нибудь коллекции искусственно или расширить тематику, там вот вместо философии там, и культурологии сделать там объединенную коллекцию там, гуманитарной науки. Это уже, так сказать, размывает тематику и не позволяет так прицельно комплектоваться. Вот. То есть одно издательство не очень может добиться тематической определенности. И для библиотеки это означает, что приходится брать такую коллекцию, но к ней еще что-то брать или у того же издательства другую коллекцию, у которой тоже есть свой балласт,
или от другого издательства. Но, в общем, не закрывается потребность тематической ниши вот одной такой коллекции, одного издательства. Вот. Ну, то есть это неплохое, но, так сказать, компромиссное такое решение. Так, движемся дальше. По книжное комплектование. Некоторые библиотеки, вот я знаю, вообще, так сказать, на флаге даже своем, что ли, обозначили, что мы теперь вообще отказываемся от коллекции, а только вот по книжно комплектуемся. Вот. Ну, логику понять можно, потому что избирательность максимальная, берется только то, что ровно то, что нужно. Но, понимаете, стоимость отдельного издания получается самой высокой. Могу даже сказать как-то статистически примерно, насколько более высокой. То есть книга в коллекции и книга с индивидуальным доступом отличаются по стоимости в среднем где-то в 2,5 раза. Это в среднем. То есть выбирая там вот 5 книг из коллекции, вы можете оказаться, что их суммарная стоимость такая же, как у 25 книг. Так, сейчас посчитаем. Ну да, на 2,5 умножить. 5 на 2,5, это у нас нет, не это самое. Не 25, меньше, но все равно. Смысл понятен. Вот, ну и, конечно, это дополнительные трудозатраты для комплектатора, потому что выбирать пинцетиком каждую книгу, ну это очень большая работа, особенно когда в ОБС эти вот самые огромное количество книг, это все нужно, так сказать, поштучно оттуда вылавливать. Вот. То есть это решение хорошее, но дорогое и сложное. И, наконец, сводные тематические коллекции, которые мы считаем лучшим решением вот, по сравнению со всеми предыдущими перечисленными. Потому что сводная коллекция, у нее есть высокая избирательность, вот, у нее практически нет балласта, потому что мы выбираем ровно то, что нужно по данной тематике. Не ограничиваясь тем, что у нас вот есть наличие, как это в издательстве происходит. Оно вынужденно, так сказать, добавляет там балласт или не знает вообще, куда приткнуть какие-то издания. Вот. Стоимость получается умеренная. Умеренная, потому что, ну, в принципе, коллекция – это ведь скидочная форма сама по себе, по сравнению, так сказать, с индивидуальным доступом. И это вот коэффициент, это 2,5 рыночный, он остается в случае сводной коллекции. Комплектатору тоже жить легче, потому что, ну, широкое направление, там, по специальности или по профилю вуза, оно закрывается в результате минимальным числом вот этих сводных коллекций. И немаловажный аспект, на самом-то деле, что в этом и издательства заинтересованы, потому что они свой балласт превращают в актив. То есть у них есть, допустим, представьте себе, ну вот издательство, которое, ну, не знаю, медицинское какое-нибудь. К нему принесли, ну, какую-то замечательную совершенно книгу по физике. Она ему не профильная, этому издательству, но у него там по знакомству, еще по каким-то причинам, вот достался там учебник по физике, знаменитый, качественный, но не издать невозможно. Вот, что с ним делать в результате с этим учебником по физике? Из него коллекцию не сделаешь. Не издать его тоже вообще глупо. Издаем. Дальше что с ним делать? Вот если такое издательство участвует в сводных тематических коллекциях наших, оно дает этот учебник, мы его включаем в коллекцию по физике, и там оно находит этот учебник свое место законное. Вот, поэтому в результате это позволяет вывести на рынок вот этот механизм сводных тематических коллекций те издания, которые иначе на рынок просто не выйдут, и вы их не увидите. То есть это расширяет ассортимент, так скажем. Вот. Кто формирует или может формировать сводные тематические коллекции? По целому ряду причин ни ЭБС, ни издательство не могут сами сформировать такой продукт. То есть нужен как бы первичный агрегатор. Первичный в том смысле, что, ну, ЭБС это же тоже агрегатор. Вот до ЭБС кто-то должен сформировать вот эти сводные тематические коллекции и поставить их ЭБС. В этой роли как раз вот выступает наше агентство. И так, ну, что у нас исторически сложилось, что мы даже конкурентов не имеем в этом отношении. Мы единственный поставщик такого продукта, сводных тематических коллекций
на рынок ЭБС. Значит, еще раз пройдемся, значит, по особенностям формирования сводной коллекции. Значит, мы проверяем актуальность книг, приводим их к единым стандартам и занимаемся дифференцированным ценообразованием. Да, вот это вот тоже надо отметить, что вот издательство, если выпускает довольно много, довольно большой ассортимент, ну, вообще издательство чаще всего сами цены не устанавливает. И им как бы не до того. Ну, я имею в виду цены, ну, на коллекции еще могут устанавливать, а вот, скажем, индивидуальные цены неограниченного доступа они обычно не устанавливают. В результате многие ЭБС просто дают унифицированные цены. Там 1500 рублей за любую книгу. Это довольно странно, потому что там получается, что и там толстое переводное издание или ценный учебник и какая-то там брошюрка стоят одинаково совершенно. Так, ну, понятно, что так в рыночной ситуации быть не должно, и мы так не делаем никогда. То есть у нас дифференцированное ценообразование с учетом рыночной ценности издания. Если с нами издательство имеет, то обычно оно нам передает эти полномочия по установлению стоимости издания, и мы это делаем сами. Еще одна особенность, значит, мы с некоторых пор стали использовать АКСО, значит, классификатор специальности по образованию при разделении тематик. То есть наши коллекции, насколько возможно, возможно не всегда, но мы стараемся по мере, настолько, насколько это удается сделать, приблизить тематику нашей коллекции вот к тому, что и к тем названиям, которые в АКСО. Это облегчает комплектование вот для вузовских библиотек. Значит, мы занимаемся еще централизованным версионированием этих коллекций. Дело в том, что одна и та же коллекция, полученная, ну, под одним и тем же названием, так скажем, полученная разными ЭБС, по составу может отличаться. Вот, это надо иметь в виду, потому что, ну, например, потому что ЭБС может иметь прямой договор с данным издательством и не иметь возможности после этого работать с нашими сводными коллекциями. Некоторые ЭБС могут, некоторые не могут. Вот, например, вот университетская библиотека онлайн, к сожалению, не может. Поэтому, ну, довольно богатый состав у нее наша коллекция, но не все. Вот, но мы поддерживаем это версионирование, и, в принципе, можно смотреть, ну, вот, есть в этом плюсы и минусы. То есть, допустим, у данной ЭБС, ну, пусть это университетская библиотека онлайн, имеется какая-то коллекция в неполном составе по отношению к той нашей, так скажем, дистрибутивной версии. Вот. Но зато она будет дешевле. Поэтому вы можете, так сказать, и может оказаться, что ее состав для вас наиболее подходит, например. Тогда вы берете тут. Вот. В принципе, можно с нами консультироваться, значит, по приобретению в этом отношении. Вот. И версионируем и поддерживаем во времени. То есть, как я сказал, коллекция, они, это, так сказать, живой организм коллекции, она может там расти, обычно растут, все-таки может оказаться по каким-то причинам, что она и уменьшается. Там ушло какое-то издательство, что-то ему там по каким-то причинам, значит, это самое, решило не участвовать в сводной коллекции. Вот. Но, в принципе, состав обычно достаточно стабильный, вот, и по времени растущий только. Вот, теперь, значит, немножко по конкретике. Именно по конкретике применительно к университетской библиотеке онлайн. Вот вы видите на экране разделы. Это не коллекция, это только разделы. В каждом разделе у нас нашего реестра коллекций находится несколько коллекций. Но вот самый богатый, как вы видите, вот первый – это образование и педагогические науки. Там 21 коллекция. Вот. Дальше есть раздел математические и естественные науки, инженерное дело, там компьютерные информационные науки, ну и так далее. Вы видите все на экране. Вот. Всего у нас имеется
в этой ИБС 59 коллекций. В принципе, мы не отвергаем и издательские коллекции, как продукт, который мы поставляем. Но основная ставка у нас на сводные коллекции. Поэтому вот 59 у нас сводных коллекций и 15 издательских коллекций в данной ИБС. Еще есть 50 книг вне коллекции. Это как бы заготовка под будущие коллекции. Они пока, их слишком мало для своей тематики, для того, чтобы сформировать полноценную сводную коллекцию. И они ждут своего часа, пока их по этой тематике не наберется, и тогда мы, значит, сделаем из них коллекцию. Но пока вот 50 книг вне коллекции. И общее количество книг, поставленных нам в университетскую библиотеку онлайн, это вот 2680 на данный момент. Вот, значит, как увидеть наши коллекции? Вот вы выходите, значит, на библиоклуб.ру. Ну, я думаю, что вы этот интерфейс знаете. Вот, дальше переходим на издательские коллекции. Вот тут вот, вот меню наверху, вот вторая позиция, издательские коллекции. Вот. Но мы попали в издательские коллекции, это не совсем, так сказать, корректно, но мы как бы вот в этой классификации выступаем в роли издательства. Хотя это не совсем правильно. Вот. Вот видите, интермедиатор выделен полужирным шрифтом агентства электронных изданий. Дальше идет список наших коллекций. Есть еще фильтры. Вот тут можно фильтрами пользоваться наверху. Если вы, например, хотите посмотреть, какие конкретного издательства, какие книги у нас представлены, какие мы поставили, вы можете это с помощью фильтра сделать. Ну, еще там есть другие фильтры. К сожалению, только после фильтрации вы не можете определить, от какой коллекции эта книга принадлежит. Но, тем не менее, какие-то навигационные возможности здесь есть. И вы, вот раскрыв вот эту позицию интермедиатора, увидите там все наши сводные издательские коллекции. Общим числом 59 плюс 15. Много. И я думаю, что ни одного издательства такого количества коллекций нет. Вот. Значит, если вы хотите посмотреть издательства-участники, с которыми мы работаем, то проще всего, я не стал тут список приводить, потому что он довольно большой, вот, но вот по этой ссылке вы можете посмотреть. Это наш магазин, и примерно соответствует список издательств в нашем магазине списку издательств, представленных в университетской библиотеке онлайн. Могут быть некоторые исключения, но в целом это как ориентир вот это. Все, если нужны, опять же, какие-то уточнения, то можно ко мне обращаться любым способом. Контакты будут в конце. Вот, но резюмируя, значит, преимущество – приемлемая стоимость, строгая тематическая релевантность, расширение состава наполнения коллекций, преобладание полноценных электронных изданий, зависит, конечно, от коллекции, но в целом вот мы стараемся, насколько это возможно, наполнить наши коллекции именно электронными изданиями, а не электронными копиями печатных изданий. И высокое техническое качество, о котором мы специально заботимся. Вот. Какие-то подробности можно еще посмотреть в моем интервью главному редактору журнала «Университетская книга» Елене Белиной. Вот названа эта публикация «Интересное предложение для библиотек. Сводные тематические коллекции электронных изданий». Я привел две ссылки. Одна ссылка на сайт журнала, а вторая ссылка на наш сайт, где продублировано это интервью. Там, ну, отчасти то, что я сегодня говорил, но вы можете найти еще какие-нибудь детали. Ну и вот мои контакты, значит. Так, еще, знаете, вот что я еще хотел сказать. Вот в разделе «Файлы» помещен реестр в виде Excel-овского файла, реестр тех изданий. Давайте мы его выведем на экран. Так, как нам его вывести? Вот, вывести на экран. Так, что-то тут не все. А, он, наверное, так не может показать
ландшафтом страницу. Ну, не очень тут красиво получается, но вы потом посмотрите. То есть тут вот перечисленная наша коллекция, вот раздел виден, и дальше коллекции. И там дальше есть и цены. Даже на там дальше есть аннотации каждой коллекции. Мы еще вот даем такой аннотированный. Они, наверное, получатся вот дальше в конце. Вот, видите, они тут развалились, потому что нет ландскейпа. Ну, у вас, когда вы Excel-евский файл откроете, будет все нормально. Аннотации каждой коллекции, и есть и цены на эти коллекции, и указаны виды изданий, которые входят в эту коллекцию. Это перечисленные виды в соответствии... Ну, да, вот, видите, все развалилось на части, ну, что поделаешь. Вот, виды в соответствии с ГОСТом тоже учебные, они, это самое научное, научно-популярное и так далее. Вот, указаны еще годы выпуска, вот, ну, если вы видите год выпуска какой-то такой, не самый новый в качестве левой границы, мы обычно работаем над актуализацией, но и потом зачастую это все-таки книга, хоть и ранее выпущенная, но все-таки сохраняющая актуальность. Мы за этим следим, как я уже говорил. Вот. Коллекции могут пересекаться отчасти, вот, но потому что, ну, сейчас вся наука так устроена, она, так сказать, междисциплинарная. Ничего с этим не поделаешь. Вот. Но они, так сказать, обычно частично. Ну, мы указываем вот в реестре, насколько они там пересекают с кем-то. Или... Бывает даже, что включает одна коллекция другую. Это смотрите внимательно. Но это редко. Вот. У нас, что еще хотел сказать. У нас будет 30 числа выступает два школьных издательства. 12 и в 2. Вот, издательство «Лакоя», издательство «Интеллект-центр». Мы с ними работаем, они через нас работают, и они подробнее будут говорить о своем контенте. Вот мы как раз очень бы хотели, чтобы школьные издательства получили свой ход, потому что там, ну, они очень дешевые, они, их много у нас, и хорошее наполнение. Вот, к сожалению, пока они... Ну, то есть они как бы в промо-режиме таком находятся, и на них пока недостаточно внимания, на наш взгляд, обращено. Вот, вот они вот тут со второй строки идут дальше. Вот математика, информатика, и они разбиты, согласно ВГОСу, по конкретным, по классам, ну, по ступеням образования. То есть вот если у вас, например, колледж, вы можете набрать только те коллекции, которые вот для 10-11 классов. У вас не будет балласта. Вот, ну, по времени, я смотрю, по конкретным коллекциям мы пройтись не успеем, но посмотрите сами. Вот, ну, давайте, наверное, перейдем к вопросам, если они есть. Так, вот вижу один пока вопрос. Какое издательство выпускает учебники для вузов на английском языке? Например, учебники по медицине. Учебники для вузов на английском языке. Редкая вещь. Учебники на английском, честно говоря, мы даже не сталкивались. У нас есть некоторое количество книг на английском, например, по архитектуре градостроительства. Вот есть там издательство «Стрелка пресс», оно обычно дублирует. Оно на русском выпускает свою книгу, на английском. Есть некоторое количество книг, которые, например, Высшая школа экономики выпускает. Мы с ними тоже работаем. Издательство Высшей школы экономики. Но это не учебники. Нет, это... Готового ответа нет. Есть ли еще какие-то вопросы? Так, вот тут кто-то пишет в чате по конкретным интересам, например, по IT-технологиям. Так, давайте посмотрим. По IT-технологиям у нас очень богато представлено. Так. Сейчас попробуем. Тут развалилось, видите? Не очень хорошо.
Вот. Компьютер, информационные науки, вычислительная техника. Вот. Значит, у нас, смотрите, у нас есть вот такая большая очень сводная коллекция информационной системы и технологии. Вот она объединяет, ну, как бы все, и она дорогая. Вот, но в ней зато 551 позиция. Вот, это как бы, если у вас вуз такой айтишный, то вы можете, так сказать, свой бюджет потратить, но зато покрыть, ну, все свои потребности практически. Вот, есть отдельно коллекция информационная безопасность, она поменьше, 46 позиций, но она такая, вот видите, специализированная на такой актуальной тематике. Вот, дальше у нас есть вот две коллекции, смотрите, IT-технологии для обучающихся и IT-технологии для профессионалов. Мы их вот так разделили. То есть вот для обучающихся туда входят только учебные издания. Ну, еще некоторые немножко популярных, так сказать, которые расширяют кругозор. Вот. Это вот прямо вот под процесс, под учебный процесс. Вот. А для профессионалов, это для старшекурсников, для преподавателей, это она большая, и там вот по конкретным программным продуктам, там по конкретным технологиям, все собрано, это вот только издательство ДМК Пресс, которое вообще на рынке вот ведущее по этой части. Она, ну ладно, так, значит, какой, да, ну вот это вот по информационным технологиям. Так, вне России есть доступ до нашей библиотеки. Вы имеете за пределами России доступ КБС, университетская библиотека онлайн. Университетская библиотека онлайн, насколько я знаю, работает вполне и с ближним зарубежьем. Вот. Видимо, вы оттуда. Вот. Это вам надо говорить с представителями университетской библиотеки онлайн. И я думаю, что проблем не будет. Вот. Значит, метаданные выделены разными цветами. Цвет соответствует определенной коллекции. Метаданные. А где вы видите метаданные? Это я что-то не понял вопрос. Метаданные мы не показывали. А, мы метаданные... А, это вы, наверное, уже скачали этот файл. Там есть... У нас, да, вот тот файл экселевский, там, обратите внимание, два листа. На первом листе вот реестр коллекции, вот, который сейчас у меня на экране в таком вот немножко это сам несовершенном виде. А на втором листе там, собственно, метаданные по всем книгам. По каждой книге вы можете увидеть. Вот. Если вы хотите посмотреть книги, входящие в конкретную коллекцию, вам нужно фильтр установить. Вот в колонке коллекции установить фильтр на конкретную коллекцию, и тогда вы ее целиком увидите. Цвет тут ни при чем. Так. Так, еще вопросы давайте смотреть. Ну да, это я ответил. Ну, если больше вопросов нет, то будем завершаться. Вопросов. Вот. Вижу много спасибо. Всем пожалуйста. Вот. Ну, надеюсь на уже на использование наших коллекций. Вот. Ну, ладно. Всего доброго.